Девчулечки, привет, мои красотулечки! Сегодня, как я вам и обещала, девочки, будет очень интересное видео. И это видео будет про ресницы. Ну, что хочу рассказать, девчонки. Кратно мне хотелось, и я пыталась, так скажем, сделать наращенные ресницы. Но все это заканчивалось. Это все обломками и неудобством, ресницы, то у меня глаза чесались, то что-то еще мне не нравилось. И я здесь недавно смотрела видео, ну не то что смотрела, а уже я давно задумывалась про ресницы, которые девочки наклеивают. Я знаю прекрасно, что на Западе женщины очень много не наращивают ресницы, они их просто наклеивают. И мне тоже это захотелось, и я купила реснички, вот такие самые обычные ресницы я купила, и я хочу сейчас их наклеить, показать заодно вам и посоветоваться, как вы считаете, стоит мне это делать, не стоит. Ну и может кто-то, так скажем, и возьмет себе на заметку и тоже захочет это делать. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, нужны ресницы, как я знаю, вот такие самые, можно, обычные реснички. Потом нам нужно с вами будет бесцветный клей для ресниц. И вот такая щеточка. Для чего нужна вот такая щеточка? Эта щеточка нам нужна для того, чтобы мы сейчас, я буду делать более естественные эти реснички. Что нужно делать? То есть мы сейчас будем их вот таким образом, так скажем, шебуршить, вот так вот, и они сейчас у нас расслоятся, будут такие более пышные, вот сейчас они, вот видите, какие они такие у нас, вот, посмотрите, видите, склеены так бы, вот, видите, склеены реснички, а вот я их чуть-чуть немножечко расшебуршила, и они уже у меня, вот, посмотрите, они такие становятся загнутенькие, и они распушатся, то есть, ну, сейчас я вот так поделаю, вот так вот, вам покажу, как, что у нас получилось с вами. Я вот так, так скажем, расчесала уже, разъединила, и вот видите, вот эти я не трогала. И они вот эти прям, вы знаете, так вот загнулись даже, реснички вот эти, распушились и загнулись. Вот, видите, как хорошо. То есть приняли естественный вид. Я убрала волосы, чтобы не мешало ничего. Моя челка, как вы мне всегда пишете. Так, я расчесала наши реснички. Расчесала. Теперь нам с вами понадобятся ножнички, потому что наши реснички должны быть по размеру. И вот такие, чем мы будем, так скажем, прикладывать реснички. Так, теперь. И, как я уже сказала, бесцветный клей. Что мы сейчас делаем с вами? Мы сейчас будем примерять наши реснички по размеру. Вот я еще зеркало здесь сейчас приготовила. Давайте будем их примерять. Когда вы только купили ресницы, там есть немножечко такой, скажем, клей небольшой. Ну, вот так вот берем с вами пинцетиком реснички. И давайте мы их сейчас приложим. Прикладываем к своему глазику. То есть вот так делаем это. Вот так. И смотрим по размеру, сколько нам надо отрезать. Так. Ну, я бы сказала, что даже вообще ничего не надо. Ну, давайте сейчас так вот я немножко чуть-чуть капельку приклею. Ну, мне кажется, ничего не нужно, даже абсолютно. Давайте теперь наносим клей. Клей наносим желательно не из тюбичка, а куда-нибудь, так скажем, капнуть. И потом давайте вот в крышечку капнем, вот сюда, этого клея. Немножко, прям вот буквально капельку, вот такую вот капельку, вот одну, вот видите, достаточно. Теперь что мы делаем? Мы берем наши реснички, вот так. И прямо вот сюда мы сейчас нанесем клей. Мы берем зубочистку, вот так вот, в эту капельку, и наносим вот сюда клей. Вот, аккуратненько, вот на эту вот полосочку. Угу. Ждем немножечко, прям где-то, ну, минутку достаточно, чтобы клей
стал вязким. И мы готовы приклеить наши реснички. Снимаем. Берем за вот так вот, вот да, так, вот так берем вот этот вот, за сами реснички и вот этой вот луночкой начинаем прикладывать. Сейчас посмотрим, что у меня получится из этого. Давайте посмотрим. Я думаю, вот надо прям за уголочек вот сюда и начинаем вот, вот с этого глаза. Вот так вот раз, приклеиваем. Так, помогаем себе немножко рукой. Давайте так вот немножко придержим. Вот так, вот так, вот так. Угу. Я буду смотреть немножко, девчонки, в зеркало. Вот так. Давайте вот так вот чуть-чуть. Вот. Ну, это, конечно, нужна сноровка, тренировка, так скажем. Давайте еще вот так вот немножечко их согнем. Вот многие девочки, которые показывают, рассказывают, кто уже опытные в этих ресницах, они говорят, что лучше, конечно, когда вот этот вот само основание, оно, так скажем, без вот этой темной линии, чтобы здесь, вот видите, сделано как типа обводка. Но это, говорят, ничего хорошего. Давайте еще вот так вот подержим. Вот так я немножко подержу чуть-чуть, прям несколько, чтобы она приклеилась хорошо. Так, и вот сюда. Угу. Подержим, подержим, подержим. Чтобы ничего у нас не отклеивалось. Ну, давайте посмотрим. Ну, как-то вот так. Ресницы у меня, кстати, тоже были уже накрашены. Это тоже хорошо. Ну, вот так, девочки. Вот я вам с ресницами. Здесь можно, сейчас мы возьмем карандаш и продолжим, так скажем, стрелку. Подрисуем. Ну, вот давайте возьмем карандашик и подрисуем наши стрелки. И когда, девочки, вот так вот, вот вы наклеили, и вот так вот постарайтесь и реснички, и века вместе. Вот так вот. Вот так. Прям как бы вы склеиваете вот эти наклеенные реснички и с вашими. Вот так вот, вот раз, раз, немножечко. Когда уже все это сцепится. Вот так вот. Ну, вот как-то, девочки, вот так у нас это все получается. Ну, ничего вроде. Это тоже очень хорошо приклеилось, реснички. Давайте теперь вот здесь приклеим. Еще, еще получше. Вот так вот. Не торопимся, держим. Угу. Может, я даже у меня, ну, я думаю, если действительно вот без вот этой такой, конечно, черной линии, вот этой, да, стрелки, я думаю, было бы намного лучше. Я вот, если честно, я практически их вот эти вот свои ресницы больно-то сильно и не вижу, чтобы они уж прям такие были длинные, так скажем, чересчур. Ну, единственное, вот, конечно, грубо смотрится вот эта вот стрелка, да, девчонки? Ну, и то, если это мы идем куда-то на, так скажем, на выход, ну, тогда это будет как-то у нас вот так с вами выглядеть. Давайте сделаем такой вот, продолжим. Ну, это мы же делаем с вами какой-то такой макияж на выход. Вот, вот так вот соединим, давайте, с вами стрелку. Вот здесь вот тоже сюда нарисуем, как бы, стрелку. Угу. Ну, вот так вот, да? Давайте здесь продолжим стрелка. Угу. И вот тут нарисуем тоже стрелку. Угу. Угу. Удлиним, так скажем, наши стрелки. Да, я постараюсь обязательно найти какие-то реснички, девочки, которые без вот этих стрелок таких. Ну, не знаю, девчонки. Вот как-то это вот так. Давайте сделаем общий вид. Давайте сделаем немножечко. Все это дело соединим с нашей укладкой. Ну, вот так.
Вот так. Женщины ходят. Если куда-то нужно, на какой-то вечер, да, вполне можно. Но еще раз говорю, я обязательно найду такие, держатся очень хорошо. Все это у меня дело. Вот я вот, девчонки, все болтыхаю, ничего не отклеивается. Вот. Клей нужно тоже. У меня клей вот такой. Давайте я вам покажу. Ну, в общем, любой бесцветный клей, девчонки. Вот. Потом у меня есть другой клей. Сейчас вам тоже покажу. Вот такой. У меня еще есть клей. Цена 150 рублей, по-моему, этого клея. Ну, вот таким образом я умудрилась наклеить эти реснички. Еще раз давайте покажу. Ну, вот так. Вот. У меня есть еще ресницы одни тоже. На ссылку на реснички я могу оставить под этим видео. Заходите тоже, заказывайте, пожалуйста. Они там вообще стоят какие-то копейки. По-моему, вот это я что-то, по-моему, за 40 рублей или за 100 что-то купила. Прям очень-очень даже вот так. Ну вот, девчулечки мои, красотулечки, что я вам хотела сегодня, девочки, рассказать и показать. Вот такие реснички. Как их клеить? Попробуйте, девчонки. Я думаю, не так уж прямо и что-то прям уж такое сверхъестественное. По-моему, вот я сейчас к себе пригляделся, вроде ничего, да. Единственное, еще раз говорю, вот эта стрелка прям уж слишком, да, грубовато смотрится. Надо, конечно, реснички, еще раз повторяю, которые без вот этой стрелки. То есть там сеточка такая, просто сеточка. Реснички с сеточкой. Я постараюсь найти, если я найду, я тоже обязательно под этим видео я оставлю ссылку, прям напишу «реснички с сеточкой». Тогда вы можете зайти и посмотреть. Я поищу. Ну вот, мои девчулечки-красотулечки, все, что я вам хотела сегодня рассказать, показать. Девчонки, вот вам 3D ресницы без наращивания. И элементарно пришли с какой-то вечеринки, сняли, отклеили, и все у вас хорошо и замечательно. Ничего не трете, спокойно спать ложитесь. На следующий день, если вам нужно куда-то на работу или куда-то, опять можете приклеить. Ну нет, ну я считаю, прям очень даже хорошо, да, девочки? Вот. Спокойно, даже спокойно можно и на работу. Абсолютно. Ну, хороший выход, да, без наращивания, пожалуйста. Девочки, кто новенький, не забудьте подписаться на мой канал. Давайте дружить, девчонки. Ну, а с вами была я, Рубцова Наталья. Приходите ко мне также в гости в Инстаграм и на мой второй канал Натали Лайв. Всех жду!